прекрасная пара. Медведь Елена Анатольевна, Фионов Андрей Александрович решили соединить свои судьбы. Радость этой минуты они хотели бы разделить с самыми близкими и родными людьми. От имени Елены и Андрея разрешите начать торжественную регистрацию брака. Дорогие друзья, запомните этот день, запомните этот час, который стал самым счастливым для двух любящих сердец. Сегодня, здесь и сейчас, соединятся две судьбы, две души, два любящих сердца. Соединят свои дороги воедино два любящих человека. Вступление в брак – это очень важный и ответственный поступок в жизни двух молодых людей. И чтобы черпать силы и существовать долгие годы, их брак должен быть одобрен самыми близкими и родными людьми. Ваше присутствие говорит об одобрении их решения. И сейчас под ваши громкие аплодисменты мы встречаем главу будущей семьи Андрея со своей братвой, жениха! Она удивительна и по-особому хороша. Она никогда еще такой не была. И он ее еще такой никогда не видел. Она наверняка сегодня полночи не спала, ожидая этого момента. И сейчас ее маленькая горячая ладошка крепко сжимает руку отца. А он смотрит на нее любящими глазами и успокаивает. «Не волнуйся, все будет хорошо, ведь ты любишь и ты любима». На аллее любви приглашаем избранницу Елену с папой Анатолием Николаевичем. Дорогие друзья, давайте стоя встретим нашу очаровательную невесту. Как настоящая принцесса из сказки, которая так долго ждала своего принца. И вот сегодня он рядом с ним. Необыкновенно красивая, необыкновенно счастливая невеста. Совсем недавно маленькая детская ладошка трепетала в сильной отцовской руке. А сегодня он ведет ее навстречу своей судьбе, навстречу своему счастью. Благословен тот день и час и миг, когда твой взор те очи встретил. Благословен тот край и дом тот светил, где пленником ты стал прекрасных глаз. Смотри, она идет, твоя Мадонна, избранница, невеста и жена. Ее глаза, как солнце с небосклона, сияют только для тебя.
их аплодисментами. Дорогие Елена и Андрей, сегодня в вашей жизни наступил очень важный момент. Сегодня, 28 сентября 2014 года, день рождения вашей семьи. У вас есть тот, кто ищет, что ищут миллионы, а достается это только избранным. Это ваша любовь. Любовь – это безмерный океан чувств, который дарит двум влюбленным море эмоций, блеск в глазах и счастье быть рядом с любимым человеком. Соединяя свои судьбы, вы берете ответственность друг перед другом и перед будущим вашего поколения. Семья – это особый мир, который вы будете строить вдвоем в любви, в понимании, в согласии. В присутствии родных и близких вы даете слово друг другу быть вместе и пойдете долгой и счастливой дорогой счастья. Посему прошу ответить вас. По собственному желанию, по доброй ли воле вы заключаете брак? Прошу ответить ваш жених. Да. Ваши аплодисменты. Прошу ответить вас, Леночка. Нет, и поэтому... Нет, мне позволит сказать просто мое сердце. И поэтому я тебе говорю «да, да, да» и еще раз «да». Дорогие молодожены, сегодня в вашей жизни и в жизни ваших родных счастливый день. Вы вступаете в семейный союз, союз любви и дружбы. Ведь нет ничего в жизни прекраснее, чем мир, который принадлежит двоим. Мир человеческой любви. В народе говорят, на рушник ступить, век с другом быть. Прошу свидетелей расстелить у ног молодоженов свадебный рушник. Ваши аплодисменты молодоженам. Этот рушник по старой славянской традиции вам расстелили ваши друзья. И пусть пройдут годы, и этот же рушник вам расстелят ваши внуки в день вашей золотой свадьбы. Принимая на себя великий и священный долг друг перед другом и перед будущим ваших детей, в знак любви и верности друг другу примите эти свадебные кольца. Символ любви и верности и бесконечности ваших отношений. Возьмите, пожалуйста, Андрей, в правую руку вашей любимой и оденьте ей обручальное кольцо. Пожалуйста, Леночка. А сейчас прошу молодоженов скрепить ваше желание быть вместе на долгие-долгие годы священными подписями. Прошу, Леночка, вас. Ваши аплодисменты молодоженам. Итак, дорогие друзья, сегодня, 28 сентября 2014 года, ваш брак зарегистрирован. Отныне вы объявляетесь мужем и женой. Встречайте, новая семья Пионовых! Подарите друг другу самый нежный, самый необыкновенный поцелуй. Anyone,
Андрей, вам, как главе семьи, я хочу вручить этот ваш первый семейный документ. Это свидетельство о браке. Берегите его, и пусть вся ваша жизнь будет настоящим праздником, где царят взаимопонимание и любовь. Леночка, вам, как хранительнице семейного очага, вручается этот свадебный рушник. Ваша первая семейная реликвия. Также берегите ее. Пускай оберегает он ваш дом, хранит семейный очаг. Дорогие наши молодожены, сегодня, благодаря вам, кто-то из присутствующих гостей вернулся в прошлое. Кто-то представил свое будущее, а кто-то просто растрогался до слез. Но среди них есть те люди, кто, глядя на вас, испытывает смешанные чувства. Счастье с ноткой грусти, радость и нежность, перемешанные с переживаниями. Люди, которые, глядя на вас, не могут поверить своим глазам. Оказывается, вы уже такие взрослые, такие самостоятельные. Конечно, это ваши родители. Я прошу родителей стать в центр свадебной церемонии. Уважаемые родители, как быстро выросли ваши дети, как быстро выросли ваш сын и ваша дочь. А совсем недавно вы были свидетелями их первых шагов, их первых слов, их первой радости и, конечно же, первой любви. А сегодня они уже совершили свой самый главный в жизни поступок – создали свою семью. Говорят, что ангелы пропали и на свете больше не живут, а у них лишь только крылышки отпали, их мамами и папами зовут. Поклонитесь своим ангелам-хранителям. Первый раз за то, что родили вас. Второй раз за то, что вырастили вас такими красивыми, такими счастливыми. А третий раз поклонитесь так, как бы вы хотели, чтобы вам поклонились ваши дети на своей свадьбе. У мамы в руках свадебный каравай. Поцелуйте этот священный хлеб. А сейчас отловите по кусочку, а мы посмотрим с гостями, кто же будет главой вашей семьи, кто у нас болеет за Лену, кто болеет за Андрея. Так. Покажите, поднимите ваши кусочки вверх, поднимите, чтобы мы посмотрели. Андрюша, поднимай, поднимай. Выше, выше, пускай. А теперь покормите друг дружку. У мамы в руках свадебное шампанское. Испейте его, и пусть ваши помыслы будут такими же чистыми, как этот свадебный напиток. И подарите друг другу самый нежный, самый прекрасный супружеский поцелуй. Аплодисменты громче! Дорогие молодожены, и в заключение хочу вам сказать, цените то, что вам подарено судьбой. Берегите свою любовь. Не распыляйте это замечательное, прекрасное чувство. И самое главное, никогда не забывайте друг другу говорить три самых главных слова. Прости меня за все. Чем тебе помочь? И я тебя люблю. Еще раз аплодисменты нашим молодоженам. Ну, сегодня, ребята, вас поздравляют ваши друзья. И, конечно, самые близкие, родные люди. Это ваши родители. И сейчас, пожалуйста, принимайте обнимашки. Поцелуй от своих друзей, от самых родных и близких людей. Я приглашаю всех поздравлять наших молодоженов. Первыми это будут делать у нас родители. И сразу фотография на память каждым из гостей. History and every single breath we breathe has led us here and brought us to our knees.
я хочу вам поздравить на свадебное путешествие на Шри-Ланку для Леночки и Андрея. Потому что свадьба, вы сами понимаете, что это очень тяжело, и они должны отдохнуть. Я вас поздравляю. So sing, God is with us, sing, He has come to save us, sing, He will never leave us, glory in the highest, everybody sing, to the one who is our King, He has come to bring redemption to us, God is with us, glory in the highest, everybody sing. Sing, He will never leave us. Glory in the highest.